Eu вернемся к Хискелю, и я бы не хотел вступать в полемику, в политическую полемику ни в коем случае. Вот для меня как-то вещи ясные и очевидные. Если кто-то думает иначе, то мы продолжаем с пророками. Давайте заглянем с вами в 40-ю главу, начало видения Хизкияля. И задача наша очень сложная, не сделанная, не пробитая, не описанная, не расписанная до сих пор. Задача понять смысловую структуру храма. Безусловно, во всем есть смысл. Есть смысл и во всех заповедях, есть смысл и в храме, безусловно. Значит, представляется, что заповеди – это не все заповеди, это некоторые проекции духовного мира на материальный мир. То есть да, мы живем по обычным правилам материального мира, по тому, что, естественно, скажем, для нашего тела, организма, общества, и вдруг появляются некоторые законы, некоторые правила, которые на самом деле они несколько ломают материальный мир и строят и делают, если так можно сказать, из материального мира, они делают подобие или, по крайней мере, приближают его к подобию духовного мира. Вот. Это, скажем, ярким примером может быть суббота, да, потому что Всевышний говорит, отдыхайте в день субботний, потому что я отдыхал в день субботний. Какая связь между мной и Всевышним? Он отдыхал. Так теперь что? Теперь Всевышний говорит, для того, чтобы между нами была связь, да, ты должен быть подобием, да, ты должен приблизиться к духовным мирам и к духовности, и поэтому ты должен устраниться от тех действий, не от тех действий, а от подобия тех действий, которые делал Всевышний, когда творил мир. То есть мой мир, где, скажем, я живу по обычным правилам, вторгается понятие духовности, вторгается мир сотворен, вторгается обязанность быть подобием Всевышнего, установить прямую непосредственную связь со Всевышним, и это происходит через конкретные какие-то действия, посылки, то же самое с храмом. Да? И мы постараемся понять, что такое храм, и как бы его рассказ, его образы, постараемся это с вами сделать. Прежде всего, несколько моментов для введения. Сейчас я попытаюсь открыть share. Вот, да, значит, мы с вами видим 40-ю главу, да, и несколько посылок здесь, которые мы можем с вами прочитать вместе. Да. Уничтожение сил противящихся раскрытию божественного присутствия позволит вернуть весь мир к источнику благословения. Я напоминаю, что предыдущие главы, 38 и 39, рассказывали о Гоге из страны Магог, некоторой силе, которая противостоит становлению, ну, скажем, государства Израиля, да, государственной структуры в земле Израиля, возвращению сыновей Израиля на землю Израиля, на, уже когда сыновья Израиля собираются, уже когда они в процессе собирания, приходят, как бы, приходит Гог. Мы говорили, что это нереальная личность, и что она действует во все периоды, что это тенденция, которая действует во все периоды и во все времена. Я не хочу как бы к этому патрону возвращаться, но просто напоминаю. Да? Но структура книги, она такова, что вот эта сила уничтожена, и тут начинается раскрытие божественного присутствия, того самого явления, так сказать, против которого Бог выступал, против которого он боролся. Да, и вот оно теперь начинается, и оно начинается, раскрывается через храм. Да. Вот, поэтому Хизкияль, который
после пророческого поражения Гога был перенесен на гору Мурия, увидел там не разбросанные камни, разбитые колонны, обгоревшие балки, а будущий храм во всем его великолепии. Эта картина очень волнующая. Мы можем представить себе, насколько то, о чем мы сейчас говорим, это до периода возвращения. Хизкияль не дожил до периода возвращения. И вот храм лежит в развалинах, Иерусалим лежит в развалинах. Да? И Хизкияль переносится в Иерусалим, и он не видит этих развалин, а он видит будущий построенный храм, отстроенный во всем его великолепии. И он как бы проходит по этому храму, то есть это не только видение, или видение настолько сильное, что он чувствует, ощущает себя идущим по этому храму. Да? И на мой взгляд, эта картина, она очень, очень волнующая. Человек на месте, где он должен был бы увидеть развалины, он видит какое-то великолепие будущего храма. На 25-м году изгнания нашего, в начале года 10-го числа первого месяца, 14-й год после падения города, при свете дня была на мне рука Бога, и принес он меня туда. И Хизкияль подчеркивает всегда даты, когда ему дается пророчество, и это не случайно. Прошло 14 лет после разрушения храма, он подчеркивает это, да, и пророчество приходит к нему в начале года, 10 числа первого месяца. Что это может быть? Это может быть только Йом-Кипур, потому что первый месяц, если мы берем Тишрей, у нас здесь нету никакого выхода, мы должны взять Тишрей в связи с этим 10 числом. И 10 число первого месяца, это Йом-Кипур, он, по крайней мере, в каком-то смысле считается началом Нового года. Да? Значит, 10 числа первого месяца, это 10 числа месяца Тишрей, Йом-Кипур, по крайней мере, в каком-то смысле начало, в начале года. Да? Вот, да? При свете дня, да? Также он подчеркивает, потому что видения, которые даются днем, они более сильные, более четкие, да, чем те видения, которые пророк видит ночью, как ночью видит как сон. Да? То есть он говорит, это видение очень сильное, я как бы остаюсь не во сне, я бодрствую, и все вот это происходит со мной наяву. Да? На мне рука Бога, и принес он меня туда. Да? Была на мне рука Бога. Да? Здесь не говорится, что он схватил, Всевышний схватил как бы Хизкияля за чуб и переносит его в Иерусалим, так как это было в предыдущем видении, когда он был принесен в Иерусалим для того, чтобы увидеть там все преступления, которые совершаются в Иерусалиме. Да? Здесь нет. Здесь нету гнева Всевышнего, здесь есть рука Бога. Здесь есть рука Бога как сила, которая дает ему пророчество и перемещает его. Это здесь присутствует, а гнева Всевышнего нету здесь. Да? И принес он меня туда. Да? Вот не за чуб, а рука Всевышнего переносит туда. Не говорится, что это Дух Всевышнего пребывает на мне, потому что видение такого плана, да, что оно трудно воспринимается пророком. Это рука Всевышнего, рука, которая крепко его держит, действует, но, опять же, без гнева. Да. И 25-й год мы можем с вами отметить, что это считая с момента изгнания царя Ихуди. Да. Вот 25-й год изгнания и 14-й... Какой это год, простите?
20, вы хотите сейчас мы с вами пытаемся представить, да, какой-то год. Значит, храм разрушен в 422 году, из 422 мы вычитаем 14, у нас 422 год до этой эры, из 422 мы вычитаем 14, у нас с вами получается 408 год, да? 408 год до этой эры. Хорошо? Значит, если мы... Спасибо, что спрашиваете. Я только за, что вы прервали. Спрашивайте, пожалуйста. Спасибо. Вот, да, теперь мы смотрим дальше. В видениях, посланных Всесильным, принес он меня на землю Израиля, и опустил он меня вблизи горы высокой очень, а рядом с ней к югу, как город построенный. Мы посмотрим, как город соотносится с горой. Да? Вот, но гора высокая очень, это не совсем соотносится с горой Мария. Мы знаем, что вокруг нее даже горы, которые выше нее, да, Ара-Цуфим, который называют горой Скопус, да, Ара-Зейтим, Масличная гора, они выше, чем гора Мурия. Гора Мурия стоит окруженная более высокими горами. Да. Что же здесь может быть? Да? Здесь ни в коем случае нельзя обвинить Иезекииля в незнании местности, уж хотя бы потому, что он сам из Иерушалаима, как мы помним. Да? Здесь пересекаются духовный и материальный мир, и совершенно не обязательно, что он видит эту гору высокой, там со снежной вершиной, совершенно нет. Он видит ее духовное величие. Да? И здесь мы можем вспомнить с вами, фразу из пророка Ишая. Вот я пытаюсь ее поднять вам, да? «И будет в конце дней утвердится гора Дома Бога, и вознесется над вершинами всех гор, и возвысится над холмами, и устремятся к ней все народы». Да? Он тоже говорит о высокой храмовой горе, но здесь мы чувствуем, что она выше всех гор, да? Понятно, что Ишаяху не говорит о географии, не говорит о физической высоте. Он говорит здесь о высоте духовной. То есть отпадают все религиозные, так сказать, идеи, соображения, верования, обычаи народов мира, они отпадают. Становятся мелкими, незаметными, и над всем возвышается храмовая гора, как место, из которого распространяется божественное присутствие в мир. Да? Вот, еще, может быть, один стих, и мы попробуем с вами поговорить. Да? «И привел он меня туда, и вот человек по виду своему, как будто из меди, и шнур льняной в руке его, и шест для измерений, и стоит он в воротах». В воротах храма, который Иезекииль видит в своем видении. Опять же напомним, что он еще не построен, но он видит его построенным. Там стоит ангел, который будет его проводником по всему храму и проведет его через дворы храма, потом ведет и в святое помещение храма, и в святая святых, и покажет ему до мельчайших деталей все устройство храма и структуру здания самого и структуру ворот. Вот этот сопровождающий, он ждет его. Шнур льняной в руке его, шнуром измеряли, как мы можем себе представить, и длины, и высоты. Если к шнуру привязывали отвес, то можно было измерять высоты. И шест для измерений, шестом также измеряли длины, но как? В общем-то, при помощи шнура.
шнур мог быть очень длинный, если измеряли площади, то он мог быть довольно длинным, его растягивали от той точки до, от одной точки до другой, от точки, между которыми хотели измерить расстояние, а потом этот шнур наматывали на шест и определяли, сколько в нем получилось, сколько в нем получилось шестов. Если у нас есть, если мы знаем длину шеста, да, то умножить на количество оборотов шнура вокруг шеста, естественно, мы с вами получим измеряемую длину. Я, может быть, мы, скажем, отвлеклись несколько в начале занятий. Я бы хотел сейчас хотя бы остановиться и сказать, что вот все свои занятия я посвящаю своей жене Любе Бат-Михаэль, которая ушла из мира год назад, 9 числа месяца Тевета. 9 числа – это день окончания пророчества. И об этом можно как бы говорить отдельно. К тому тексту, который мы с вами смотрим, она приложила свой труд. Вообще мы работали над пророками 20 лет, над комментарием пророка 20 лет. Здесь над этой книгой мы работали 8 лет, над книгой Хизкеля. Вот, это весь перевод выверенный ей, многие моменты подсказаны ей. Вот, так что как бы было бы несправедливо не упомянуть ее, занимаясь этим текстом. Да? И, вот, вплоть до тех чертежей, которые мы посмотрим, все это было выверено ей, и как бы я без нее совершенно не справился. Да? Так что во имя ее памяти и возвышения души. Вот. Теперь, да, я бы хотел с вами открыть рисунки, картинки и попытаться что-то представить вместе. Вот. Так, что я сделал? Вот, по-моему, да, по-моему, мы с вами открыли. Мы видим с вами картинку, да? Вот здесь, может быть, несколько символически и изображено видение Хизкеля в тот момент, когда Всевышний переносит его к храмовой горе. Да? Вот. Теперь мне бы хотелось упомянуть, если мы говорим о храме, хотелось бы упомянуть еще одного человека, Ицека Имица, с которым вместе мы много занимались проблемами храма. И последнее время, незадолго до его убийства, вы, наверное, все знаете, что он погиб в теракте вместе со своей женой, незадолго до его убийства мы как раз занимались вопросами такого смыслового понятия храма, смысла, который скрывается за всеми деталями. Здесь его фотография, когда мы поднялись на храмовую гору с ним вместе для того, чтобы сфотографировать те, скажем, незаконные постройки, разрушения, которые там производили арабы. Да, вот здесь одна из наших фотографий, строительство совершенно несанкционированное. Да, с того времени прошло уже много времени, и то, что было сделано на храмовой горе, те, скажем, преступления против археологии, которые там были совершены, совершенно не поддаются никакому описанию. И нужно сказать, что то, что происходит на храмовой горе, это преступление не только против еврейства, а преступление против всего человечества. Как мы знаем, арабы уничтожают все следы. Вот, и, скажем, да, один из последних моментов, уже, наверное, этому, наверное, может быть, этой трагедии лет 10, да, это ворота милости, которые называются, вот они здесь
с внешней стороны, со стороны храмовой, самой, сторона стены храмовой горы с внешней, да, считается, что через эти ворота должен прийти Машиах, и поэтому арабы там устроили кладбище, полагая, что это не даст Машиаху возможности войти в ворота, потому что это нечистота. Вот, и там есть около этих ворот арабское кладбище, которому, наверное, лет 200, может быть, как-то. Да? Вот, нужно сказать, что мы с Ицхаком поднимались сюда молиться, несмотря на это арабское кладбище. Вот, а это ворота, те же самые ворота с внутренней стороны, мы их уже видим в таком состоянии, когда туда нельзя спуститься, запрещено. Там сделана мечеть. Это ворота, основа которых была, основа которых была заложена. Они, собственно, были построены, потом перестраивались много раз во времена царя Шломо. И там были двери, обитые медью, которые сохранились во времена царя Шломо. Сейчас этого уже ничего нету. Да? Все это разрушено полностью. Да? И вот преступление против человечества, потому что я хотел сказать, что это археологический объект номер один во всем мире, потому что археологические ценности археологического объекта измеряется не только тем, что там находится, но и количеством книг, количеством описания, которые существуют об этом объекте. Нету ни одного другого объекта, который бы был столь подробно описан, как храмовая гора. Да? Вот, и, конечно, это большая трагедия, невосполнимые потери. Вот можно много рассказывать о тех преступлениях, которые там совершаются на храмовой горе, и вот, о разрушениях, которые производятся. Но это так, как бы, для примера, чтобы соотнести с нашими днями. Да? Вот еще несколько историй, скажем, связанных с храмовой горой. Да? Здесь на этой фотографии, может быть, многие его знают, Михаил Снес. Да? И мы с вами видим перед нами ближе к нам модель Мишкана. Чуть подальше модель второго храма, а за ней модель третьего храма, ну, прямо как будто в каком-то сне, такая временная цепочка, мешкан. Первого храма не хватает здесь, правда. И вот, а может быть, это первый храм на самом деле. Вот я мешкан, первый храм и второй храм. Да? Я не думаю, что у него есть модель третьего храма, не знаю. Да? Вот здесь его... Здесь его история, я как бы для вас выписал историю, могу рассказать. Да? Может быть, не стоит читать весь текст, но история она такова. Да? Он сам крымчанин, приехал из Крыма в 1991 году. Да? Вот, и... Не могу поймать начало статьи. Да? Вот. И был обычным человеком, жил в Квардаром, да? И пока ему не приснился сон, да? Вот он сам рассказывает: однажды мне приснился сон, я лечу куда-то в полной темноте, назад по линейке времени прилетаю 1800 годом, вот приближаясь к 1600 году, где-то после 300 года вдалеке забрежил снег. Передо мной заблестело громадой мрамора огромное здание. Он говорит, что он видел во сне подробнейшим образом, видел первый храм, да, и видел второй храм, и видел свет третьего храма. Сам третий храм не видел, видел свет
третьего храма. Он живет, работает, рассказывает всем об этой идее, и он, то, что он делает, он создает модели храма, специально изучил работу по камню, он сам строитель, но с, скажем, со структурой такой тонкой работы с камнем не был знаком, он изучил и создает модели храма. Да? Вот, то есть, естественно, что после этого он вернулся к соблюдению заповедей. Да? Вот, вот еще раз его фотография и краткий такой рассказ о нем. Если кому-то интересно, можно посмотреть. Есть много материалов в интернете о нем. Человек очень принципиальный, не отступает ни на йоту, ни на, от того, что описано в Мишне, который он подробно изучил. Все делает сам тщательным образом. Еще один человек, который связан с современной историей храма, так сказать, это Рав Исраэль Эриэль. Он глава института храма. Он был главой, как главным раввином поселения в Ацмоне. В Ацмоне это было поселение на Синае, и участвовал в сопротивлении поселения Синая. После того, как сопротивление, как всем нам хорошо известно, не имело успеха, он сказал сам себе, как он мне рассказывал, да, что невозможно удержать землю Израиля, если не будет храма. Тот, кто отдал Синай, он отдаст и Иерусалим. Да. Это он сказал в период выселения из Емита, города, который был построен на Синае, и он, сказав себе, сдержал свое слово, он открыл институт храма, который занимается изучением храма на галактическом уровне. Нету ему равных в знании закона, касающегося храма, не только теоретически, но и практически. Вот, скажем. Да. И есть еще один человек, которого хотелось бы упомянуть, когда мы переходим к разговору о храме. Да. Это художник, художник Смихов, да, вот, который для Рава Ариэля создал практически все картины, пока он мог работать, он работал с ним, с Рав Ариэлем, создал все картины, иллюстрирующие службу в храме и историю строительства храма первого и второго. Естественно, что это такая советская школа художественной графики и живописи, очень сильный художник, очень талантливый и способный человек, полностью отдал себя целиком вот этой работе, и влияние его работ на весь еврейский народ трудно переоценить, потому что было издано множество книг, и то, что представлялось каким-то совершенно далеким, нереальным и неописуемым, оно стало намного ближе, намного реальней. И благодаря его трудам трудно сейчас представить себе, скажем, да, какой-то дом, в котором бы не было книг с его книг Рава Ариэля с его иллюстрациями. Вот, это то, что хотелось упомянуть о людях, которые связаны с возрождением храма, с приближением, с работой, или как сказать, да, там действительно работают над тем, чтобы видение Иезекииля, оно стало реальностью. Вот теперь ни для кого не секрет, что храм, что в пустыне был создан переносной храм, и он как бы определил структуру храма, который впоследствии был построен на горе Мурия, то есть очень много элементов и, скажем,
и пропорций здания, они такие же, как были в Мишкане. Сам Мишкан был спрятан царем Шломо тогда, когда он построил храм, и Мишкан был спрятан полностью, окончательно, то, что от него оставалось в Гивоне, все это было спрятано царем Шломо. Значит, зачем я взял Мишкан с вами? Да? Для того, чтобы на его структуре как бы легче представить, так как мне кажется, такую смысловую структуру храма. Вот, и мы поэтому начнем с него. Да? И храм, Мишкан был создан, да, как мы помним с вами, как искупление греха Золотого Тельца. По крайней мере, по одному из мнений, Кемари, да, что храм, что Моше спустился с горы со вторыми скрижалями, и первый заповедь, который он принес, это строительство Мишкана. Таким образом, скажем, да, Мишкан стал искуплением за грех Золотого Тельца. Это хорошо, это замечательная посылка, но нужно представить себе, каким образом, что такое, да, то есть искупление, что, скажем, сделали Тельца, теперь сделать храм. Ну, может быть, да, скажем, да, женщины, которые не хотели давать золото на Золотого Тельца, они с радостью принесли свои украшения для строительства Мишкана. Хорошо, это искупление, да, но здесь есть и такая глубинная, как бы, часть, и, глубинная часть на уровне, скажем, идей. Да? Значит, и идея Золотого Тельца, она состояла в том, что человек хотел, так сказать, ограничить влияние Всевышнего или не принимать, как бы, влияние Всевышнего до конца. В каком смысле? Значит, мы попробуем с вами представить себе, да, что Золотого Тельца сделали тогда, когда на 40-й день, после того, как Моше поднялся на гору, представилось, что он не вернется. Да. Подошли к Аарону и сказали: сделай тельца, потому что этот человек, Моше, вот, он, его нет, он умер. Да. Вот. И сама по себе посылка, она очень странная, должна была бы нас насторожить, да, потому что Аарон сильнейший пророк, он брат Моше. Если, допустим, вы хотите сказать, что погиб ваш руководитель, который вел вас через пустыню, и вы дальше не знаете, куда идти, подойдите к Аарону, к его брату, который был вместе с ним, делал все чудеса в Египте. Да, заходил вместе с ним к фараону. Да, и, скажем, если Моше, так сказать, взял на себя роль лидера, то Аарон обладает не меньше, отступив на шаг назад, он обладает не меньшей силой, чем Моше, у него не меньше заслуг, чем Моше. Аарон был пророком еще в Египте, его хорошо знали сыновья Израиля. Он переходил от одного колена к другому, и готовя их к исходу из Египта, предсказывая исход и готовя к исходу из Египта. Скажите ему, чтобы он был вместо Моше. Нет, сделай нам золотого тельца. Так в чем здесь, что здесь за ход такой? Да? Часто надо было представить себе психологию человека. Да? То есть люди не выдерживают раскрытие божественного присутствия такой силы, или, скажем, раскрытие божественного присутствия через человека. Да? Потому что когда божественное присутствие раскрывается через Моше, понятно, что оно затрагивает души
других людей, и им это тяжело. Им гораздо легче, что божественное присутствие, присутствие всесильного Бога, который вывел из Египта, да? Но только пусть оно раскрывается через какой-то предмет, а не через человека, потому что когда оно раскрывается человека, оно затрагивает все души, поскольку все души связаны, да? Вот, и влияет на все души, и людям это тяжело. Гораздо легче, если Бог поведет через пустыню, несколько отдалившись от человека, и раскрывает свое присутствие через золотой предмет. И мы представляем себе, что иногда говорят, что золотой телец, который сделали, он как бы соотносится или такой образ Аписа, которому поклонялись в Египте. Это может быть там, когда начинается такое брожение умов, то там есть самые разные идеи. Да? Но один из мидрашей говорит, что, нет, что это не совсем так, что при переходе через море сыновья Израиля видели картину, которую видел Иезекииль, как мы с вами помним, мы разбирали этот момент, да, и одна из составляющих колесницы, как мы помним, это лик быка, да, вот, и они, скажем, и выбрали как бы эту составляющую, так как это поняли, мы понимаем, что недостаточно, чтобы увидеть пророческое видение, его еще нужно понять и осознать. Большинство народа не осознало его до конца, и об этом говорит сама Тора, показывали пальцем и говорили, вот наш Бог, показывали «Зе и Либе на Бегу», это мой Бог, показывали пальцем и говорили, вот мой Бог. Да? И были многие ошибки в восприятии пророческого видения. Одна из них, что решили, что можно сделать образ, один из образов колесницы, и через него будет раскрываться божественное присутствие, через него будет раскрываться тот, кто как бы сидит на престоле над небесами. Да? Вот, скажем, является ли такой ход идолопоклонством или нет, это требует отдельного галактического рассмотрения. Да? На мой взгляд, да, но могут быть здесь и другие мнения. Вот, но, скажем, да, это не суть важно. Важно то, что хотели отдалить от себя божественное присутствие от своей души. Если мы помним с вами, да, что все, что происходит дальше, является как бы ответом сыновьям Израиля, да, после того, как раскаялись, после того, как захотели вернуться ко Всевышнему, есть еще ответ, то есть еще ответ показать, в чем состоял грех. Если вы помните, Моше спускается с горы Синай со вторыми скрижалями, не с первыми, со вторыми скрижалями, его лицо светится. Не могут смотреть ему, трудно смотреть ему в лицо, и он опускает платок, не знаю, мне трудно сказать, никогда не держался, что конкретно, но опускает платок на лицо, потому что трудно смотреть на лицо. Что это значит? Почему? Почему Тора рассказывает об этом? Да? Вот Кикаран, Орфанах, мы знаем, что Микеланджело, изображая Моше, он ошибся, написано Коран Орпарадзе, светилось его лицо, он решил, что Коран – это Керен, это рог, и изобразил Моше с рогами. Но это так, в скобках, очень далеко от нашей темы. Вот. А то, что важно, да, что Всевышний хотел показать, что божественное присутствие раскрывается через душу человека, не через каждого, через великого пророка, но когда оно раскрывается через душу великого пророка, оно затрагивает души всех людей. В этом, кстати говоря, и сила пророчества. Да? Сила пророчества, когда появился Шмуэль в конце эпохи Судей, после долгого перерыва, когда не было сильных пророков, да? У него сразу появились ученики, сразу в народе стало другое ощущение
другой народ, стало другое ощущение, сразу оказалось возможным так или иначе склеить разрозненные части народа, собрать вместе. Это сила пророка. То есть он не только говорит и изрекает будущее, он приближает духовный мир к этому, миру и затрагивает души людей. А человеку иногда это тяжело. Да? Вот. И мы с вами уже видим этот ход грех золотого тельца и начало его исправления. Моше спускается с горы, его лицо светится. Первый заповедь, который он приносит, это строительство мешкана. Сама структура мешкана, она подсказывает как бы о том, что, в чем является исправление греха, в чем должно быть, в чем должно выражаться служение в храме. Да? Служение в храме должно выражаться в раскрытии сил своей души. И мешкан рассказывает об этом. Да? Мы видим у него, я хотел найти немножко покрупнее, но здесь вот то, что получилось. Мы видим на самом здании мешкана, мы видим четыре полога. Вот здесь мы видим входную завесу, которая соответствует нижнему пологу. Именно он называется мешканом. И на нем, на этой завесе изображены ангелы. Потом мы видим черный такой козий пух, козью шерсть черную. Да? Это следующий полог. Затем красный полог – это окрашенные шкуры оленя. И наверху такую полоску – это шкура зверя Тахаш, который не совсем известно, что он был такой, но его, скажем, была, шкура была разноцветной. Да? Здесь идет как бы разговор очень интересный. Да? Здесь идет разговор о том, что мир представляет собой скрытие. Да? Материальный мир скрывает духовность. Да? Вот. И, скажем, да, можно представить себе, как бы, да, что, чем, что если заглянуть внутрь материи, ну, условно так говоря, да, как бы, то можно увидеть духовный мир. Духовный мир раскрывается не снаружи, как бы, не со стороны звезд, а он раскрывается со стороны человека. Да? Мешкан символизирует человека, и он раскрывается изнутри, не снаружи, а изнутри. Иногда бывает, мир духовный раскрывается снаружи, как на горе Синай, когда Всевышний обращается, и чудеса, и слово Бога, оно приходит снаружи. Да? Но это как бы, скажем, если так можно сказать, разовое явление. Вообще мир духовный раскрывается или должен раскрываться изнутри, через душу человека. Да? И вот мы видим здесь как бы, да, что внутренняя составляющая, может быть, того же человека, с которым он не знаком, это мир духовный, мир раскрытой, открытой духовности, в котором видны, так сказать, видны ангелы. Я прошу прощения, многие слова я говорю просто условно, видны и не видны, но как бы очень надеюсь на понимание таких темах. Да? Затем есть полог скрытия, который скрывает этот духовный мир, и затем есть мир жизненных сил человека, да? Жизненных сил человека, и все зависит, жизненных сил человека, и зависит от того, скажем, да, восприятия, мировосприятия человека или восприятия человека, самого человека, восприятия как бы себя, да, зависит от того, насколько он может преодолеть эту силу скрытия между внутренним духовным миром, там, где душа напрямую связана с высокими мирами, да, через самую внутреннюю составляющую
человека, если так можно сказать, да, и насколько вот это покрытие черное, скрывающее, насколько оно может быть преодолено так, чтобы силы человека красные, да, они связались с внутренним миром, и человек понимал, что все силы, которые есть у него, они даются от, идут от духовного мира. Да? Вот, изначально связь между глубоким внутренним миром, духовным, душою и, так сказать, силами тела, которые символизируются здесь красными шкурами оленя, она разорвана некоторой черной такой завесой, которую необходимо преодолеть и связать эти два мира. Разноцветная шкура Тахаша, она символизирует самые различные деятельности, способности человека, не только физические, как красные, да, но самые различные деятельности человека, которые также нужно связать с духовным, внутренним духовным миром. Да, и мы сейчас с вами здесь остановимся, только представим себе, да, что как бы в самом-самом внутри, в месте, в которое первосвященник заходит только один раз в году, я взял здесь картинку, которую, опять же, мы давайте не будем рассматривать подробно, я взял из первого храма Шломо, да, здесь мы видим больших ангелов, мы сосредоточимся пока только на ковчеге Завета, на крышке которого стоят два ангела, которые с любовью смотрят друг на друга. Да? И мы видим как бы вот эту идею исправления греха Золотого Тельца. Да? Мы хотели сказать, что божественное присутствие раскрывается через внешний мир, через какой-то золотой предмет. Да? А я вам говорю, Всевышний, да, что Всевышний раскрывается из самой глубины, из самой глубины души человека. Это раскрытие, оно основано на Торе, потому что в ковчеге лежат скрижали Завета и лежит Тора, написанная рукой Моше. Да? И первое раскрытие, первое желание, да, Всевышнего, которое как бы идет и раскрывается через душу человека непосредственно, это желание добра, желание любви, желание гармонии во всем мире. Да? И, скажем, это первое желание, это самое первое раскрытие, из, как бы, в основе которого лежит Тора. Да? Может быть, как божественный закон, может быть, еще что-то более высшее, чем уровень закона. Об этом можно подумать. Здесь я остановлюсь, пожалуйста, и готов к вашим вопросам. У меня тоже есть первый вопрос. Да? Не запутал ли я вас окончательно? Вот я делаю стоп-шер, я всех вижу, и скажите мне, пожалуйста, мы с вами куда-то продвинулись, или я вас запутал окончательно? Абсолютно, абсолютно удивительный урок, Равзе. Большое спасибо за глубокое раскрытие смысла Мишкана. И для меня лично просто божественное откровение. Благодарю. Да, хотелось бы, чтобы это было пророческое откровение. Я, к сожалению, еще не дотянул до такого уровня. Вот как не волшебник, только учусь. Вот, но то, что если более-менее понятно, мне кажется, что это очень важно. Да, очень важно. Вообще поиск смысла, он очень важен. Он лежит где-то на поверхности, но мы очень часто уходим от него. Мне кажется, что мы очень много теряем, потому что смысл, понимание, он приводит к любви ко Всевышнему. Да, потому что, скажем, да, нету... может быть, грубо говоря, не на 100%, да, но в каком-то смысле справедлива такая посылка. Да? Нет понимания, нет любви. Между людьми, которые не понимают друг друга,
друг друга, не может быть любви. Опять же, я беру на какие-то проценты, не на 100%. Да, также между человеком и Всевышним, да, трудно для человека, с его стороны трудно искать отношения по любви, если нет понимания или, по крайней мере, поиска понимания смысла вот речи Всевышнего, а именно того, что написано, так, написано в Торе. Да? Вот. И это признание человека. Он создан по образу и подобию. Зачем? То, что подобный понимает подобного, и только так можно вести диалог со Всевышним. Да? Или, скажем, цель – это диалог, это глубокое понимание Всевышнего, если так можно сказать. Но для этого человек создан по образу и подобию. Все, я остановился, пожалуйста, если что-то хочется спросить, пожалуйста. Рав Зеев, уточню, это получается единение, да, вот как на крышке ковчега, это и символ единения, вот как бы, чтобы слепиться, прилепиться к Творцу. И можно сказать так, да, можно сказать, что как бы мир в любом случае, да, мир материальный, он мир двойственности, да, и двойственности, множественности, и его гармония может быть только в том случае, если между отдельными частями может быть любовь. Да, и здесь можно говорить о самой разной любви, и можно говорить и о любви между людьми, и можно говорить о любви между мужчиной и женщиной, и можно говорить о дружеской любви, можно говорить о тяге к любви к прекрасному, как хотите, да, но желания как бы сами ангелы, они желания Всевышнего установить, если так можно сказать, со своим миром, а точнее говоря, с человеком, отношения по любви. Да? И это его желание, оно расходится и распространяется, распространяется на весь мир, является его связующей, гармонизирующей такой силой, если так можно сказать, и действует оно в основном через души людей. И через те духовные силы, которые есть у людей. Духовные силы, скажем, сила души – это и сила, способность воспринимать мир, способность воспринимать красоту, способность воспринимать в нем духовность и высокие качества и других людей. Все зависит от души человека, которая как бы… Да, она дает способность человеку видеть, слышать, говорить, и не только. Да? Вопрос, на каком уровне видеть, вопрос, на каком уровне говорить, на каком уровне слышать. Да? Это символ раскрытия любви Всевышнего к своему творению, прежде всего к человеку, к еврейскому народу. Можно здесь взять и так, и так. Да? Вот, разные развития, этапы развития истории, как хотите. Но в любом случае это вот такой цемент всего мироздания и, главное, желание Всевышнего. Желание Всевышнего претворения мира, да, – это милость, это любовь, да, и это желание прежде всего раскрывается через души людей, и его символизирует ковчег, да, в основе которого лежит Тора, да, как речь Всевышнего, как, да, вот, можно примерно так представить себе. Потрясающе, да. Спасибо. А если можно еще уточнение, пожалуйста. Вот шкура Тахаша, это как символ творческих и интеллектуальных сил, да, поэтому она такая вот разноцветная. Тут можно так понять это? Я бы сказал, да. То есть как бы продолжение раскрытия способности человека, первые способности, как бы начало, это его, это сила, это потенциал, и потом они продолжают и раскрываются в мире,
в мире, который сам в себе разнообразен, да, не так же потенциал, который человек получает, раскрывается в самых разных направлениях. Да. И, вот, и поэтому, скажем, да, уверенно взять цветные, разноцветные цветные шкуры. Да. Сила человека – это как красные оленьи шкуры и превращение в самые-самые разные способности или потенциалы человека. Спасибо. Я боюсь, что я захватила все ваше внимание. Может быть, дорогие друзья, есть еще вопросы? Такая важная тема. Спасибо, Равзеев. Тема важная, мы к ней вернемся, дай Бог. И, надеюсь, откроем для себя еще очень много интересного и в структуре храма, и в его убранстве, и в размерах. Да? Вот. Посмотрим. Хорошо, ладно. Если нет вопросов, то мы тогда закроем наш форум. Вот. И я надеюсь, что, может быть, что-то обдумаете. Следующее занятие. Начнем с вопросов тогда. Окей. Ну, ладно. То, тогда мы на этом заканчиваем. Всем счастливо, пока. Всего доброго.